Сегодня к нам в сервис поступил Mavic 2 Enterprise Advanced Edition, последнее поколение данных дронов из серии Enterprise. Проблема у него — отказывается летать в нашем регионе. Человек, купивший его из Америки, не смог его использовать по назначению у нас. Видимо, из-за ограничений по зонам. Советую не покупать, тем более такой дорогостоящий дрон в непроверенных местах. Лучше переплатить немного, но покупать его у местных дилеров с гарантией, и не будет у вас никаких проблем. Будем прошивать. Последняя прошивка. Сделаем рефреш. Скорее всего, ничего не даст. Но попробуем. После прошивки ничего не изменилось. Дрон также с уведомлением о том, что не может взлететь. Enable takeoff. Ничего не изменилось. Все данные правильные. Настройки в порядке. Но дрон... Это фиаско, братан. Прошивка ничего не дала. Да. И тут есть два пути. Либо дрон отправляется обратно в Америку, либо делаем небольшой фокус, запускаем двигатели, пока дрон не видит спутники. Как только двигатели запущены, у нас есть возможность взлететь. Не уверен, что это самый лучший вариант. Но хоть какой-то. Вот дрон летает. То есть, например, летаю, что-то делаю. Здесь делаю видео. И спускаю его. Все. Unable to take off. Второй раз уже не смогу его запустить. Подержи, пожалуйста, телефон. Вот здесь. Пробуем запустить винты, и ничего это не дает. К сожалению, пока так.